Бац, и фото в ленте в Фейсбуке. Снизу подпись «Я в Ямамото». Я-то думал так звать кого-то. Я не знал про такое место. От друзей комменты и лайки сразу видно, ребята в теме. Я из них никого не знаю. Ямамото, да? Интересно. Я в Фейсбук-то залез случайно. Я там редко бываю как-то. Все друзья мои из контакта. Я там должен сидеть по работе. Кстати, да, я работаю, знаешь? Вот на фото я и работа. 20 человек подчиненных. Я не знал, что я так умею. Я работаю ради пользы. Я всегда искал свое место. Но теперь смотрю и немею. Ямамото, значит. Ну ладно. Полистал я твои альбомы. Впечатление, что каждое утро ты встаешь покорять Гималаи. Это мне так отсюда видно. То в Боливии, то в Непале ты встречаешь свои рассветы. Провожаешь последние звезды. Ямамото. Где это? Где ты? Мы когда-то вставали поздно. Я пораньше, ты еще позже. Если я почему и скучаю, то по этим поздним вставаниям. Я всегда искал свое место. Мне казалось, здесь мое место. Я на небо смотрю нечасто. Свет, будильник, зубная паста. Первый кофе, такси, вчерашний зет-отчет. С терминала сверка. А потом звонки и до ночи. Где уж тут обратиться к звездам? Подчиненная, поздно, польза. Только вдруг ощущаю остро. Мое место в Фейсбуке на фото. В Ямамото. Рядом с тобой.